Так, по этику 5. Сейчас обойду ее по кругу, покажу. В принципе, интересная. Зазоры, капот, крыло ровненько все. Бампер тоже ровно. Фары такие замыленные, старые, но... Не, ну тут чуть-чуть она выпирает, торчит. Тут тоже какая-то царапинка. Сколов, трещин никаких я не вижу. Туманки вообще отличные. Тут чуть-чуть не закреплена решетка снизу. Но тут есть где-то прижатость. Так, в принципе, стоит все на местах. Передку то же самое. Радиаторы. Радиаторы. Ну, на свой пробег, по сути, выглядят. Пробег по блоку читается. По разным блокам причем. Сколов по капоту никаких я не вижу. Тут тоже туманка как новая. Не работает тут лампочка, перегоревшая в туманке. Тут решетка тоже не стоит идеально в зазоре. Фара. Вон такие есть притертости по ней. Тоже такая замыленная, как запескоструйная. Тут зазор, капот, крыло отлично. По бамперу зазор тоже отлично. Лобовое стекло менялось. Китай стоит 24 года, да? Да, вроде же. Так, по диску. Резина 20 года. Тормозные диски на машине редко ездят, как минимум в последнее время она простояла. Тормозные диски хорошие по износу. Колодки. Ну тоже еще остаток вполне очень хороший. По шаровым, по подвеске. Шаровые в нормальном, хорошем состоянии. Визуально цельный блок. Вот эти часто у них рвутся. Но тут, по-моему, целый или не, или тоже вроде с трещинами, да? Это когда, если будем смотреть на подъемники, то надо будет обратить внимание на это. Так, износ по резине равномерный, красивый. Все, по этой стороне бордюрки на диске они есть. Все-таки вот снизу чуть прибордюрено. Дальше. Тут зазор с дверью хороший. Тут зазор хороший. Тут зазор хороший. Из косяков. Ну вот, вмятость такая есть. В принципе, вот ее видно. На ручке чуть-чуть притерто. Зеркало нормально. Стекла Audi по бокам. Тут у нас по карте из замечаний. Вот тут чуть-чуть подтерто. Дальше тут, по большому счету, тут софт-тач тут хороший. Тут лак не потресканный. В остальном вроде нормально все. Музыка обычная. Проем от ремня. Тут есть царапинки. Тут все нормально. От посидушки как бы такой момент нормальный есть. Родимое пятно какое-то. Тут еще тоже. Даже такое не первый раз на купятых встречаю. Именно как-то на этой сидушке что-то иначе не так. То ли химия виновата, то ли что они могут делать с этой сиденьем. Что оно такое вот какое-то получается. Вот надо красить, всю подушку перекрашивать. Анатомия по сидушке хорошая. Сиденье двигается, регулировки работают. Есть подогревы передних двух сидений. Бесключевой. Камера. Шторка, люк. Даже память есть. Давайте сейчас покажу позже. Так, по задней части карта отличная. Тут по сидушке замечаний по задней, в принципе, никакой у меня нету замечаний никаких. Сзади все хорошо, как новое. Проем внутри, ну, типа такие царапки есть. Ничего-то не завандалено. Так, Ляда. Электропривод. Где-то двухлитровый мотор, полный привод, квадро. Пластик не затерт. Коврик резиновый. Там у нас целый набор инструментов, заводская запаска есть. Так, закрывается, туда-сюда ездит без замечаний. По ляде. Забыл посмотреть, что за стекло. Ну, тут должно быть оригинал. Ладно, давайте еще раз открою. Потому что по заднице вроде у нас никаких нюансов не было. Да, вон оригинальное стекло. Audi.
Так, закрывайся. Камера. Фонари задние не покоцанные, не треснутые. По трубам сажи никакой нету. Есть партроники задние. По бамперу повреждений никаких я не вижу. Стоит бампер ровно. Карта заднего левого пассажира. Вот тут зацарапано снизу. Тут вообще выглядит все хорошо. Тут также по заднему ряду вопросов никаких нету. Уплотнители целые, не порванные. Карта водительская. Память, электростекла, зеркала, багажник, ляда, слепые зоны. Состояние сидушки водителя. Заломы по коже есть, но анатомия вся целая, но такая, ну типа мягкая уже. То есть на свой пробег тут уже есть как бы замечания по сидушке. По затертостям, по упругости, скажем так. Руль вполне в отличном состоянии. Но тут нюансов, вопросов у меня никаких нету. Так, все под капотом покажу. По этому крылу тоже без замечаний. Так, под капотка. Антифриз в уровне. Мотор сухой. Визуально, да? Да, клапанка сухая. Коробка сухая. Экология визуально тоже на месте, все тут. А вот все-таки есть вот тут с этой стороны запотевание. Что это за запотевание? Это с турбины, наверное, подпотевает, с патрубка. Вот тут вот. А патрубок турбины потеет. Фазы сухие. По фарам. Где тут у нас вот. Это фара тоже вот по блоку. Дельфи, родные оригинальные фары. Лонжерон. Ремонт их следов я не вижу никаких в нем. По этому лонжерону тоже ничего не вижу. Ну а так, в общем, мотор плюс-минус сухой. Приводной ремень, видимо, еще никогда не менялся. В районе роликов, шкивов тоже все сухо. Так, заведу. Ошибки есть, но там ничего такого страшного нету. Так, запуск. Заводится уверенно, ничего не труханит. Работает нормально. На приборке ошибок никаких нету. Пробег 192 по блокам тоже сходится. Предупреждаю, что нужно уже менять масло. Не русифицировано. Карт нету тоже. Вот, ничего нету. Так, сейчас. Машина, сервис. Уровень масла. Не хочет показывать. Но я уже смотрел, там уровень чуть больше минимума. Наверное, где-то между минимумом и серединкой. 3 минуты надо подождать, чтобы она показала нам уровень масла. Кнопочка старт-стоп вообще как новая. Тут ручка тоже практически как новая. То есть вообще не зачуханная, не затертая. Подогрева тоже включается, все работает. Климат дует, работает. Панорама. Давайте, наверное... Ну, шторку я уже открывал. Покажу, как она ездит. Ну, ездит отлично, без поскрипываний, без закусываний. Закрывается четко, уверенно. Ну и шторка тоже не порванная нигде, закрывается. Хорошо все держится. Подсветки, зеркала не разбиты. Все тут работает, тут то же самое. Стекла все опускаются, поднимаются. Регулировки туда-сюда тоже водительское сиденье ездит. Так, нам еще не даст посмотреть? Не даст посмотреть. Ладно, ожидаем. Ручник.
затягивается без скрипов. Да и все, наверное. Мультируль работает, сигнал работает, центральный замок работает. Больше тут, наверное, видимо, и показать нечего. Ну, покажу, что один ключ такой у нее. Сервисный интервал, ну, показываю, не показываю, там он настроен стандартный 16000. Уровень не хочет нам показывать. Ладно, еще тогда ожидаем. Подсветки все работают, но если включить туманку, сразу выбьет ошибку нам. Туманку включил, ошибка, вот, пожалуйста, не работает левая передняя туманка. По рейке замечаний на месте нету. Есть вот это поскрипывание. Слышишь, это не ступичный... А, кстати, музыка Bang. Тут видите, музыка Bang, а тут что-то надписи нету. Музыка, да, Bang стоит. А не опорный подшипник этот звук, послушай. Какое-то поскрипывание, как будто быстрейки. Что у Audi это тоже болячка, такой звук. Но это может умирать, не знаю, годами. Вот это, когда начинается такое поскрипывание с руля. Ну, это, наверное, и на видео не услышите. Просто ведет себя, как будто опорный подшипник амортизатора. Такой далекий какой-то звук. Это не могу назвать проблемой, потому что это вообще прям проблема у всех у них частая. Так, ладно, если не покажет сейчас, не покажет, ну ничего страшного, я фотку вам прикрепил в ровне. Так, все норм.